В России пока мало кто знает, что в начале августа отмечают День одинокой работающей женщины. Он появился в США в 2006 году и постепенно завоевывает мир. Его придумали, чтобы избавиться от стереотипов, сложившихся в обществе относительно одиноких представительниц прекрасного пола. Наверное, единственными, кто решил отметить этот праздник в Ленинском городском округе, стали волонтеры движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и его сопредседатель, депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Они поздравили нескольких женщин поселка совхоза имени Ленина, одиноких работающих мам. Сегодня день работающей женщины. Вы, к тому же, насколько я знаю, еще и многодетная. Да. Вот, поэтому мы, наша организация, хотели бы вас поздравить и передать вам, ну, такие, знаете, небольшие презенты, да, к столу, чтобы это было приятно, хорошо. Спасибо. Этим женщинам, которые совмещают воспитание детей и работу, подарили наборы вкусных сезонных фруктов и теплые слова. Ведь они достойны восхищения и уважения за их силу духа, уверенность в себе и желание быть счастливыми, несмотря ни на что. Мы бы очень сильно хотели пожелать всем женщинам России, не только Ленинского городского округа, чтобы они всегда находили силы, находили терпение на все невзгоды, и чтобы жизнь была только краше и лучше. Поздравлять жителей поселка даже с неочевидными праздниками стало у волонтеров и сопредседателей движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» доброй традицией.